Социально-культурную адаптацию мигрантов и привлечение молодежи в патриотическое движение «Юная армия» обсудили на заседании Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. На сегодняшний момент мы не обеспечены даже на 50% формой, потому что формой, юноармейскими книжками, определенными юноармейскими атрибутами нас обеспечивает региональный штаб. А сами понимаете, региональный штаб – это целый-целый край. Региональный штаб тоже прилагает определенные усилия для того, чтобы получать субсидии и Министерство обороны, и губернатора края. Он тоже поддерживает, дает, выделяет средства на поддержку движения, вот как раз-таки закупку формы и так далее. Но на сегодняшний момент у нас форму имеют только вот те отряды, которые самые первые вступили в движение, зарегистрировали. Ну, вот, правда, еще в мае месяце 20-я школа, 25 юноармейцев получили тоже свою форму, флаг и все другие атрибуты. Остальные пока только регистрацию имеют, юноармейские книжки имеют, формы пока нет. Президент городской детской юношеской организации «Юность» Римма Липунова отметила высокий уровень подготовки артемовских юноармейцев. В этом году за особые заслуги в развитии юноармейского движения командир отряда Игнат Загоскин был удостоен нагрудным знаком «Юноармейская доблесть». Число участников артемовского отделения патриотического движения «Юная армия» с начала учебного года выросло почти в два раза. Только на сегодняшний день в городском округе зарегистрировано 424 юноармейца. Значит, нужно какие-то организовать такие обучающие, возможно, там семинары, курсы, рассказывать. Я думаю, что полиция подключится и будет тоже рассказывать о действующем законодательстве, что нужно соблюдать, какие есть правила, какие нормы. В том числе и по этому интернету, как вы говорите, там снимают девушек и так далее на телефон. То есть нужно это все им рассказывать, их права и обязанности. И что за это может последовать, какое наказание. На заседании также рассмотрели вопрос антитеррористической защищенности и формы паспорта безопасности объектов религиозных организаций. Уже на сегодняшний день для всех 10 организаций разработаны паспорта безопасности. Вероника Климова, Иван Петров, Габриэль Филатов, Городские новости, телеканал «Лента».